взлетел от удара крылом. Подросток перебегал дорогу в Автозаводском районе на перекрестке проспекта Кирова с улицы Челюскинцев, не глядя на дорогу. На регистратор попали жуткие кадры, как беспечного юношу сбивает иномаркой. От контакта с автомобилем парня буквально подбросило над асфальтом. Однако пострадавший неожиданно быстро поднялся на ноги, а затем собрал запчасти от разлетевшегося телефона и был таков. Чем весьма озадачил девушку, сидевшую за рулем иномарки. Разбитый мобильник для парня оказался важнее, чем покушение на его жизнь. Узнай больше о событиях Нижнего Новгорода на Первом городском телеканале. Следи за городом.